Что такое Донбасс? Мы не воюем, мы просто-напросто работаем. Вот, война идет, мы ложим асфальт, пожалуйста. Мы не идем, оружие не берем и не идем воевать. А вот они пришли с оружием на Донбасс. Донбасс жил и цвел, пока не пришла украинская армия. Украине уже буквально я не доверяю. Буквально. Надеемся, Россия или же как? ДНР, не ДНР, как бы. Донбасс, сами мы рабочие восстановим. Ну, с помощью только Россия. Потому что Украина уже навряд ли, чтоб чем нам помогла. Она уже помогла, мы увидели. Разрушению. Вот этим она только может помочь. И все. Вот люди не могут попасть домой. Из Сабхота. Потому что там украинская нацгвардия. Правые секторы, наемники. Ограбили Марьянку, совхоз, дома. Все там. Мебель, технику, да. Одежду, все. Ограбили там пустые, да. Кредит мы брали, то все выиграли. А теперь и 70 мы там проходим, як ми виходимо наверх, і 70 кредит платить. А чим? 6 місяців закінчується, ми сюди не працюємо. Время було працювало, платив, а зараз чим платив? За що платить? Нічого не осталось. Не пора то возвращатися жити. А от позавчора, про позавчора стріляла, а як? Там нету ханьба, говорить, позахватся. А вот 6 месяцев мы сюда живем, семья качалась. Были нормальные життя. Мы ходили на работу, работали, как ближний человек, да. Хоть украинский, хоть Россия, хоть какой-то другой национальности. Мы сами в Азербайджане, уже 27 лет живем. Жили нормально, дружно. Вот так само мы хотим жить. Мир. Дружно. Не хочемо, то стріляла нас і назвала то предателем. 80 років я тут живу на Донеччині. Я знаю історію Донбаса, це ніхто так не знає. Я з самого дитинства тут, з 34-го року я народження. Так що я і війну, і голод, все пройшло. Все пройшло. А тепер оце на добавок на старість нам, оце людям. Коли ця бійня закінчиться вже? Вона вже нам у печінках все біться. Що брат проти брата чи проти кого ми? Проти кого ми воюємо, ми ж не знаємо. Нас ж ніхто не повідомляє нам, коли нас бомбить будуть, коли градари ці, так вже я не знаю, у нас вже труси. Труси, вже нерви отак, отако. Отакого ось усіх людей, ось спитайте їх, що це таке, доки нас будуть уже мучити. І все, на нас кидають. Насідають кожен день, бу-бу-бу-бу-бу-бу, та що це таке? Що це таке? Я не знаю, до чого ми вийдемо. Якої вже в кінці вже здохла, кудись кінець буде цьому, оцій катавасії. Ми хочемо України, а не Росії. Ми ж українці, чи хто ми такі? Правильно? Нам нужен мир. А мир, разница? Мир нам нужен. Мир. Какая разница с Украиной, с Россией? Лишь бы был мир. Разница есть. Лишь бы был мир. Какая ладно. Была украинская земля и будет. Ну, спасибо, хлеб подвозят в другой раз нам. Это вообще. Да, я не знаю, мы в топе дома. А так вот не знаю. Нам пенсия надо. Живем в этом погребе, как крысы. Пенсия нам надо, свет, светочка, родина.